Что случилось? Пообещай, что ты не возненавидишь меня за это. Пожалуйста. Что случилось, Мария? Я не хотела. Он заставил меня, Ниньо. О чем ты говоришь? Я не понимаю, в чем дело. Что произошло? Я убила ее. Прости меня, Ниньо. Я убила ее. Майте? Нет. Нет. Ты не могла. Я это сделала. Он заставил меня. Ниньо? Ниньо! Он заставил меня. Ниньо! Майте, очнись. Майте. Держись за шею. Кто это сделал? Мария. Я убью ее. Телефон. Алло. Ампаро, что там, Майте? Это ты виноват. Мария чуть не убила ее. Я еду. Прости, Ниньо, пожалуйста, прости меня, прости меня. Она жива. Ты уверен? Слава богу. Слава богу. Что ты несешь, дура? Сегунда заставил меня, Ниньо, ты понимаешь? Ниньо! Когда вернусь, чтобы тебя здесь не было. Ясно? Пожалуйста, прости меня, милый. Ниньо! Успокойся, рыжая. Успокойся. Анхель. Вечно тебе не везет, рыжая. Отстань. Почему вы мне не верите? Да кто же тебе поверит? Ты же безумнее меня. А везет тебе еще меньше. Будь здорова. Пока. Пока. Я думал, ты справишься, сестрица. Но ты уже не та, что была раньше. Секунду заставил меня, Ниньо, ты понимаешь? Ты уже не та, рыжая. Я знаю, к кому обращусь. Секунда! Он тоскует по Луз, вот кто мне нужен. Наша принцесса спит. Если завтра ей лучше не станет, я ее отвезу в больницу. Брат. Я мог бы воспользоваться случаем и уйти от разговора, но я хочу все тебе объяснить. Поговорим? Пожалуйста, не бросай меня. У тебя есть Эмадор? Нет. Это приворот, поверь мне. Что? Приворот? Да, и кто его сделал? Роса. Я клянусь, это все она. Клянусь, клянусь. Встань. Встань. Клянусь. Я не верю. Напрасно. Ты должен поверить Эмадору и мне. Я должен поверить? И почему? Пожалуйста. Я видел вас в баре, слышал ваш разговор, Хосеми. Я второй раз на это не куплюсь, я не хочу страдать. У меня ничего нет с Эмадором, клянусь. Нет. Прощай. Не бросай меня, милый. Клянусь тебе. Пожалуйста. Me olvidé de lo corta que es la vida.
Ее ухо лучше, но ведь это ужас какой-то. Альба, тебе не о чем волноваться. Как это не о чем, если нам режут уши? На этот раз мафиози заплатят. Но потом они отомстят. Мы их опередим. Вы хотите всех без ушей оставить? Война объявлена, она началась. Если мы не дадим отпор, то скоро тебе придется хоронить свою дочь. Нет, нет. Жордан, зачем ты пугаешь ее? Ну разве это не так? Разве я не прав, Лосаро? Успокойся, надо подождать наших. Мы все обсудим и примем решение. Нечего тут обсуждать. На войне не говорят, а нападают. Подумай как следует, Жордан. Можете думать, а я не буду. Моему сыну отрезали ухо. Я должен отомстить. Но ухо ему пришили. Как он себя чувствует? А как бы ты себя чувствовал? Вито Малвестите заплатит за это. Спокойно. Спокойно, Жордан. Здесь не ты один решаешь. Я вынуждена вмешаться. Простите, я знаю, что женщинам положено молчать, но я все же выскажусь. Я скажу одно. Если что-то произойдет с моей дочерью, если вы подвергнете Изабель риску, то знаете, я стану опаснее Вито Малвестите. Если с ней что-то случится, клянусь, я вам не уши отрежу. Я убью вас. Задушу собственными руками. Всех задушу! Я не могу так жить, Ниньо. Это просто невыносимо. Успокойся, успокойся. Я не могу, все кончено. Успокойся. Я и так себя чувствую совершенно беспомощным. Я хочу с этим покончить, Майте, но не знаю как. А если я больше не увижу тебя, нам будет лишь хуже. Пожалуйста, не оставляй меня. Конечно, нет. Я не смогу. Должен быть какой-то другой выход. Нет. Да. Нет. Концепсьон, она нам поможет. Она выгнала Дух Сегунду. Да, но он все равно кружит поблизости. Он опасен. Мария сказала, что он заставил ее это сделать. Может быть. Ей это было нетрудно, но так и есть. Я боюсь, милый. Сегунда может вселиться в любого. Никому нельзя доверять, даже тебе. Ты о чем? Даже не думай об этом. Но... В меня он не вселится. Но он уже вселялся в тебя. Мне очень страшно. Успокойся, милая. Ты должен поверить Амадору и мне. Я должен поверить? Почему это? Я видел вас в баре, слышал ваш разговор. Почему я должен вам верить? Я больше не хочу страдать. У меня ничего нет с Амадором, клянусь. Прощай. Не бросай меня, милый. Я клянусь. Не нападай на меня. Я такая же жертва, как и ты. Хосеми ничего не узнает. Встретимся. Амадор? Амадор, ты слышишь меня? Это я. Все кончено, Мора. Навсегда. Это странно, Изабель. Кто-то нас снова приворожил. Это не должно повториться. Мора, не падай духом. Не дай уничтожить себя. Я не могу вам помочь. Я ничего не смогу сделать, пока вы... Что? Что? Пока вы не переспите. Я не хочу, чтобы ты страдала. Хосеми. Не звони мне. Это я. Изабель. Да. Я не должна это делать, но... Мне нужно поговорить с Амадором. Ищи его у Моры. Он там. Ты уже знаешь. О чем? У меня было видение.
Они были вместе, в баре. Между ними что-то происходит. Ты права. Прости, Изабель, но я не хочу говорить об этом. Извини меня. Прости. Подожди, Хосеми, прошу тебя. Ты должен доверять море. Я уверена, что все это неспроста началось. Я не знаю. Амадор говорит, что виновата Роза. Может быть. Амадор сильно изменился. Изабель, прости. Но тебе лучше думать о муже. Сеньоры, надеюсь, вы отдаете себе отчет, что мы принимаем решение, которое отразится на всех. От того, как вы проголосуете, зависит наша судьба. Голосуйте. Если мы нападем на кого-то из них, не на кого-то, на сына Вито. Он напал на моего сына. А кто следующий? Я? Моя дочь? Кто-то из нас? Нет. Война уже началась, Лосаро. И откупаться от них бесполезно. Мы можем иначе отомстить. Поджечь его фабрику, дома. Нет, Лосаро. При чем тут фабрика? И личная собственность. Это кровная месть. Они этого хотели. Но мы не хотим. Большинство согласно со мной. Если ты человек чести, присоединяйся к нам, Лосаро. Мы убьем сына Вито. Ты меня не лечи, Жордан. Ты послал двух парней охранять Монтойя. Одного в его дом, а другого в магазин. Я тоже требую. Забери у него бутылку, Ниньо. Прости, Жордан, послушай. Подключи всех наших. Мне плевать. Плевать, как ты это сделаешь. Хватит. Кончай пить. Хватит. В чем дело? Анкель, посмотри на себя. Что тебе не нравится? Посмотри и увидишь. Что он увидит? Он в стельку пьян. Как можно так напиваться? Стыдись, Анкель. Я хочу умереть. Но перед этим заспиртоваться. Заспиртоваться? Не волнуйся, ты уже отлично заспиртован, Анхель. Знаешь, нам всем жилось спокойней, когда ты входил в секту. Возвращайся в нее. Посещай их чертову церковь. Это не церковь, папа, это храм. Зачем мне теперь туда идти? Куда собралась? Не смей выходить. Папа, мне нужно уйти. Нет, никто никуда не пойдет. Запомните раз и навсегда. Мы воюем против итальянцев. Так пусть они нас убьют. Мора! Мора! Сестра! Мора, стой! Что случилось? Что такое? Он там, Сегунда, в ванной. Лампа взорвалась. Я просил заменить лампочку, Анхель. Я заменил. Уйди, рыжая, ты намочила весь пол. Убирайся отсюда. Никуда я не пойду, Хано. Мне страшно. Подумаешь, капля воды упала. Здесь Сегунда. Поверь мне. Сегунда здесь.
Что она несет? Папа, она дура, но она права. Что? Этот тип у нас в доме, да. И ты туда же, Ниньо. Правда, папа. У вас у всех мозги переклинило. Вам живых надо бояться, парней, мол, вестите, а не мертвых. Да пойми же, Хана, Сегунда в доме. Он спит с нами, ест с нами. Да? Да. Надо что-то делать. Он заставляет нас его слушаться. Интересно, как, милая? В общем, когда ты с ним увидишься, передай ему, что я мечтаю с ним поболтать. Пусть поделится со мной опытом. А теперь иди и вытрись, ты пол испортишь. Я его 2 года назад менял. А на что он похож? Весь исцарапан. Да провались он твой пол. Вот рыжая стерва. А ты что ее поддерживаешь? Она дура, ты же знаешь. Анхель, что ты делаешь? Это гостиная. Позаботься о брате. Он с каждым днем все дурнее и дурнее становится. Идем, идиот. Иди в туалет, если тебе приспичило. Да. Это просто кошмар. Сними приворот сейчас же. Ты зря думаешь, что можешь меня напугать. Да? Привет. Пришла о том же просить? Да. У тебя все равно ничего не получится. Хосеми будет моим. Поживем, увидим. Сними приворот, а то я убью тебя. Давай, убивай. Если не жалко свободы ради того, кто никогда не будет твоим. Он твой дядя, милая. А ты? Тебе совесть не позволяет с ним переспать. Ты чересчур старомодна, Мора. Дрянь. Стой, Мора, ты хочешь убить ее? А что ты собираешься сделать? Я просто так сказала. Что ты здесь делаешь, Изабель? Не хочу никому отдавать Амадора. И тем более тебе. Мне не нужен Амадор. Да? Но ты будешь с ним. Приворот очень сильный. Неправда. Есть способ его снять. Я говорила с Консепсион. Что она сказала? Что нужно сделать? Я должна переспать с Амадором. Но я не хочу, Изабель. Только не говори Хосеми об этом. Если он узнает, я его потеряю. Сальваторе! Сальваторе! Открой багажник, я оставил там кейс. Открой! Открой, ты что там, заснул? Сальваторе! Сальваторе! О! О, нет! Эктор, проходи. Простите. Спасибо, что пришел. Чувствую себя как дома. Можешь меня не бояться. На этот раз я вас пригласил, падре. Спасибо, но я не священник. Я лишь слуга Святого Духа. Это одно и то же. Хочешь виски? Нет, спасибо, я не пью, вы же знаете. Все бывает впервые. Тем, кто заботится о чистоте души, следует избегать того, что затуманивает разум. Так что я не пью. Я все понимаю. Но я не из тех, кого ты можешь заманить в свою секту. Я прошу тебя помочь Анхелю. Глотни. Простите. Даже тот, кто нашел правильный путь, порой с него сбивается. И Анхель решил уйти. И теперь он гибнет. Его жена умерла, так что... Мне его очень жаль. Глотни. Я знаю, как тяжело терять близких. Но иногда человеку нужно погрузиться на дно, чтобы вынырнуть обновленным. Понимаю. Снова стать человеком. Вот поэтому Господь ставит перед нами препятствия. Так нужно их обойти. Ты можешь ему в этом помочь. Спасибо, но веди себя как мужчина. Кстати, препятствия можно преодолеть. И Анхель достоин помощи, да? Да. Ну тогда помоги ему. Пожалуйста, помоги ему, Эктор. Я знаю, что мне с тобой не по дороге, но я прошу, спаси Анхеля. Анхель! А что случилось с его женой? Несчастный случай. Да, но обычный несчастный случай. Такое с каждым может случиться. Пожалуйста, я чистил пистолет, и он нечаянно выстрелил.
Иди, помоги Анхелю. И выпей, наконец. Скажите мне правду, мне что-то не верится в вашу историю. А что тебя не устраивает? Вы слишком скупо обрисовали картину. Вы явно не договариваете. Да? Анхель! Тебя пришел навестить друг. Где твоя вежливость? Прости, Эктор. Прости, но я не вернусь в храм. Передай от меня привет братьям. Не сомневайся, Анхель. Ты должен еще раз поискать путь. Ничего не выйдет. Возвращайся в наш храм. Давай, надевай шапочку. Придай ему божеский вид. Ты настоящий друг. Эктор, ты даже не представляешь, сколько он просадил на виски. Помоги ему бросить пить. Пожалуйста. Нет. Да, идем, Анхель. Нет, я хочу умереть здесь. Прекрати. Твое время еще не пришло, можешь не сомневаться. Примирись с ситуацией, давай медитировать. Медитировать? Это хорошо помогает, да? Я расскажу тебе притчу о воде и камне. О воде и камне? Ну что, Эктор, давай. Ты что, ее забыл? Рассказывай. Знаете, да, тут что-то нечисто. У вас проблем с электричеством не было? Да, у нас тут полно проблем. Смотри, Хано, меня чуть током не дернуло. Господи. Сегунда нас всех скоро поубивает, а ты меня не слушаешь. Эктор, будь другом. Если Анхель не пойдет, возьми с собой эту рыжую. Ты о чем? Иди с ним. До свидания, сеньор. Эктор, ты у меня вот где сидишь. Как ты мне надоела. Ты мне тоже надоел. Вот заноза. Она мне надоела, я ее терпеть не могу. Успокойся, Роза. Бери пример с меня. Я сначала думаю, а уж потом действую. Мы избавимся от Моры. Наберись терпения. Я не хочу, чтобы он нас вместе увидел. Подожди, а если он спросит насчет приворота? Ответь что-нибудь, только что-нибудь правдоподобное. Роса! У меня свидание. Не испорти мне все. Я хочу кое-что узнать. Только ответь мне правду. Ты колдовала? Ты о чем? Ты делала что-то, чтобы разлучить меня с Морой? Ответь мне правду. Ничего я не делала. В этом нет необходимости. Нет необходимости? Почему? Я не слепая. Я видела, как Мора смотрит на Амадора. Я уверена, что она сказала тебе, что я их приворожила. Но я не настолько сильна. К сожалению. Очнись, Хасеми. Она тебя обманывает. Поклянись, что не врешь. Зачем мне клясться? Я тебе столько раз доказывала свою любовь. Я испробовала все способы, плохие и хорошие, но ты по-прежнему веришь ей. Пожалуйста, открой глаза. Открой глаза, Хасеми. А теперь уходи. Прошу тебя, уходи. Брат, я не хочу с тобой говорить. Знаешь, что я сейчас сделал? Я поговорил с Розой. И она сказала, что не привораживала Мору к тебе. Нет, ты плохо о нас думаешь. Я о вас плохо думаю? Конечно. Прекрати врать. Ты меня дураком считаешь? Хасеми, это приворот. Приворот? Да. Тогда обратись к ведьме. Мы обращались. Ничего нельзя сделать. Ничего? Да. И как же теперь снять приворот? Умереть? Сжечь себя? Так сожги! Ты мой брат, и не позорь меня. Лучше умри. Опять из-за Моры ссоритесь? Майте плохо. Ампара при смерти, а вы ведете себя как животные. Хватит читать мне нотации. А чего ты ожидал? Итальянцы начали войну. Мы должны быть вместе. Кто это может быть? Наверное, к тебе?
Что такое? Что это? Запри дверь. Алло. Ты зря это сделал, подлец. Ты убил моего единственного сына. Я жил ради него. Он должен был продолжить мой род. Ты когда-нибудь терял близких, Лосаро? Ответь мне. Терял когда-нибудь? Нет. Скоро ты узнаешь, каково хоронить дорогого тебе человека. Готовься. Можешь заказывать место на кладбище. Что он сказал? Что? Возьми суп, милая. Он горячий. Ничего, остынет. Больным полезно есть суп. Алло? Альба, запри дверь. Никому не открывай. Могут прийти люди Вита. Да что же ему от нас надо? Его сын умер. Внезапно? Неужели его убили? Это сделали парни Жордана. Я к этому не причастен, но сделай, как я сказал. И веди себя разумно. Не выпускай Изабель из дома. Надо достать оружие. Ты можешь это сделать? Наконец-то. Где ты была? Гуляла. Гуляла? Почему ты меня не предупредила, Мора? Ты решила стать самостоятельной? Пока. Эктор, пока, друг. Брат Эктор, брат Эктор. Ты всегда можешь вернуться. Помни, что мы братья. Да, мы братья. Ты прав, брат Эктор. Мы будем ждать тебя в храме. Ты же знаешь, мы всегда будем рады видеть тебя. Да, но я не хочу носить шапочку. Она мне не идет. Не носи ее, Анхель. Главное, что твое сердце с нами. Спасибо, брат. Не за что. Отлично, Эктор, молодец. Я старался. Да-да. Он придет. Что ты делаешь? Подожди. Зачем тебе эта бутылка? Я ее унесу. Если хотите, чтобы ваш сын не пил, не держите алкоголь в доме. Да, но я-то еще не спиваюсь. Придется опять покупать бутылку. Анхель, будь добр. Пойди прими душ. От тебя воняет. Это невыносимо. Что невыносимо? Твоя вонь. Ты грязный. В чем ходишь, в том и спишь. Иди, иди, прими душ. А ты, Мора? А что я? Не смей грубить. Сидишь тут, с тобой говорить все равно, что со стенкой. Алло. Ты хочешь это прекратить, Мора? Хватит мучить меня. Я не мучаю. Я хочу помочь. Ты хочешь снять приворот? Да, чем скорее, тем лучше. Я в баре. Приходи, мы его снимем. Окна закрыты. Все. Доченька, пойди разбуди принца. Один мужчина в доме, и тот спит. Я боюсь. После того, что случилось, я не стану его будить. Что такое? У тебя было видение? Да. Итальянцы схватили Лосаро? Нет. Нет? Лучше не спрашивай. Поговори со мной. Амадор и Мора решили встретиться.
И что? Как что? Ты же замужем. Он твой дядя. Да, но я все равно люблю его. Забудь о нем. Мама, как бы я ни старалась, я не могу забыть его. Когда я с принцем, то представляю себя Амадора. Я ненавижу себя за это. Я ничего не могу поделать. Я тебя понимаю, но ты должна сделать все, чтобы его забыть. Я не смогу жить 25 лет с человеком. Но? Что ну? Я его не люблю. Хочешь сказать, что я не любила Умберто? Но ты все время думала о другом, мама. Признайся. Дай ключ. Не дам. Ты должна забыть его. Нет, милая, не дам. Почему? Почему жизнь так несправедлива? Как мне жить без тебя, Луз? Как? Я не успел показать тебе, как я тебя люблю. Ты сбежала от меня. Не плачь, милый. Я люблю тебя. Я по тебе очень скучаю. Ты хочешь, чтобы я была с тобой? Подумай, Анхель. Мне нужна Майте. Тебе, Луз. Мы с тобой можем договориться. Успокойся. Успокойся, приятель. Чего ты боишься? Я все тебе объясню. Ты убьешь Майте, а я верну тебе Луз. Что скажешь? Нет ничего невозможного, Анхель. Я мертвый, но ты меня видишь. А вместо меня может прийти Луз? Но тебе придется кое-что сделать за это. Убей Майте, и получишь Луз. Я уже договорился. Забери оружие и сразу домой. Алло. Лосаро, где ты? Мне страшно. Я уже еду. Поспеши. Твоя дочь хочет уйти. Не выпускай ее. Это слишком опасно. Это не самое худшее. Она снова любит Амадора. Хасеми! Что такое? Не двигайся. Машина заминирована. Не может быть. Я же включил зажигание. Взорвется, когда ты встанешь. Не двигайся. Я тоже этого не хочу.
Но мы должны снять приворот. Я клянусь, что об этом никто не узнает. Мора. De mañana, mi vida, y de mañana, si no despierto con la luz de tu mirada, y si no siento tu cuerpo con el mío, como es... Фильм озвучен компанией Intercommunication.